Нашел. Дальше сибить. Короче, начинай, танк боже. Сейчас я выключу, секундочку, подождите, после трая. Это я не бажу по клавам, блядь. Катаю тут тарелочки. А, забери, забери, ДК. Забери, босс. Я мискликнул в таунт. Я уёбки, шип разбейте. Все тыкаем кубик, все ролим боешки и ДС. Рисуется три тела. А это же идет на холик пола? Нет. Нет. Блин, трэш. Вот так нормально? Не, все равно слышно. Не знаю, это ты просто отключи микрофон и все. Я отключил. На кнопку поставь. Да, отключил, отключил уже. Да у меня ноутбук, я не понимаю. Ну просто смотри, ты можешь поставить активацию кнопкой. Alt, например, левый. И я перебил кнопку, но типа у меня, ну, у меня, чтобы ты понял, кнопка, ну, активации у меня вообще П, короче, чтобы ты понял, у меня все остальное на бинды использовано. У меня на кап стоит. У меня капс на биндах. Да ё-моё. У меня под, короче, у меня начинаются свободные кнопки с буквы У, И, О, П, ну, типа, понял, на клаве. Вот свободные буквы остались там. Вот К, Л, типа. Давайте хитти рейд хорошенько. Два жука. Не спим хилы. Хилы, вы что, блин? Давай цепуха нахуй. Омоложение, буйный рост. ВКД. Чё, совсем немощные, что ли? Давайте цепуху. Похилите нихуя, короче. Thank you.
Дайте им на хп присты, а то мы сейчас еще вайпнемся. Я бы чё, я отходил же секундочку. А, ясно, нахуй. АПКшим на трэшем. Я клей искал, надо клей найти. Клей момент, понюхать. Да-да-да, нет. Волосы в подмышки приклеивать. Зачем волосы с подмышки приклеивать? Тебе его, ты не поймешь. Дайте пару штрудилей учителю. Ну да, я его распылил так. Вы меня не заебывайте, если я сроливаю шмот, я его сразу пылю. Я на себя сролил, я распыливаю шмот. Я пошел на фарм регов. Ребята, не заебывайте меня. Павел, бахните локал, пожалуйста. На какой шмот ты распылил? Кольцо. Ну, кому-то надо было? Ну да, походу. Вот мне декар. Ты не распыляешь шмот, который кто-то может носить там? Милики там, РТД. А, понятно, что там на Энха, на какого-то там, или с МП-5. Он голову, да нет, там голова какая-то вот кольчужная упала, ее кто-то забрал, понимаешь? Я поэтому... Она не нужна никому. Так я понимаю, не нужный шмот, а ты кольцо, смотри, не распыливай так кольца. Вот сила гнили упадет, ты распылишь, а оно нужно будет милику какому-то. Каску по локам дайте. Оно в каске. Каску по шаманам. Кулак вижу, блин. О, шикарно. Я логнусь. Еще магия интеллект. Валера, да там на Энха идет и так этот самый, ну, сетовый. И сетовая башка. На Энха дуют, свали три перчатки, нонсет. Все, давайте бить, короче. Как вы смеете вступать в эти священные покои? Это место станет вашей могилой! Руки с тобой щитом. Добиваем все трэш. Блять, танковый алло, где? Нет, я думал, когда ты шамана орехи кинешь, блин? Бах, блок, разменить.
Разберись, мне. Нахуй вы его водите, этого ёбаного босса, блядь? Хрен его знает. По привычка с Гером. Это тупость, а не привычка. Вон плечо забираю, одно и второе, блядь. Чтоб потом мне не ныли, блядь. Если кому-то надо, можете просто говорить об этом в рейд, или капе, в ПМ, или в РК. Чтоб шмот ваш не распылили. Раз на чайная смерть, раз на танка, значит ей кольцо. Если танков надо. А чё там ты это? Я тебя спрашивал, по-моему, что у тебя там, сколько мастерства на протопале. Ты говоришь, там 40 мастерства. Чё, сильно ощущается по трэшу? Благодарю тупо, что они нам вас. Да. Да там мастерство, блядь. Там комплект поменял, это короче, у тебя 40. Не помню, или 30. Если вы поспешите, вы еще сможете его нагнать. Ну там же эти тапки с ЛК идут. Это, с Вальки. Они мастерство прилично дают. А если СРСки брать, то как-то мастерство добирать надо. Не надо, протопал мастерство не надо добирать, там от глифа мастерство. Ну глиф кто-то ставит, кто-то нет, можно его не ставить. Ну а какой глиф ты предлагаешь ставить вместо него? На стан. Ну станы ты вкачиваешь, у тебя 30 секунд и так на каждой вальке откатывает смысл. У меня это проблема такая еще. Как мне увидеть, что это в ДБМе там, или как он обозначает, что скоро берсак произойдет в Шикаре? А на хате, по виду ты на него смотришь. ДБМ не показывает. Блин, да это, понимаете, там же они когда вдвоем стоят, иногда плохо видно, когда кто-то из них один краснеет. Так ты в голове таймер включи, внутренний звук. Ну, блядь. Да там боку есть, где там идет эта херня, там показывает ДБМ. Скачай себе, установи ДБМ, да и все. Да, есть у меня, он стоит, я просто не знаю, как это называется у него. Атака. Иступление. А то, да. Так-то, конечно, я вот примерно знаю это приблизительно через 10 там, через 8 секунд. Прекрасная херня, как у Вара в этом. Вот как у Вара выглядит талант, короче, в этой ветке, блядь. Здравствуйте. Сейчас. Да-да-да, в фурике там талант. Вот так же там такая картинка будет, блядь. Буйство, так он вот так как визуально вырастет, блядь. Ну да, так-то, ну бля, видишь, он смотрит, ну, он не отводит глаз от панели, бля. В смысле? Ну, у него нет времени смотреть по сторонам. А тут, ну... Не, как бы я смотрю, ну, это... Легче. Ты что, на панель скиллов смотришь, что ли? 1, 2, 3, 4, 5? Естественно. Нахуя? Просто я... Чтобы КД отслежил там. Ну и на остальных смотрю. Да нахуй тебе это КД, тыкай вслепую, бля. Там вообще до пизды, что ты тыкаешь на этих шаркарей. Это ответственный момент, ты должен смотреть на шаркарей. Прокнула эта хуйня, верса, блядь. У тебя клавиши горячие назначены на стан, наточенные на гнев. Ты хуйнул по клавише, все спокойно. Ну то как хилы хилят, как ДК танчит, как... Да нет, тут смысл нет. Все, обращаю внимание. Тут смысл не в том, тут смысл в том, что... Как раз на жаркарях нужно хорошо дефиться, постоянно отдавать блок, постоянно обновлять щиточек, блядь. Блок по КД, блядь, поставил на 1, 2, 3, 4, 5, нахуй, нажимаешь, и все. Вслепую это делается, нажимается, не надо туда смотреть. Ну, я не знаю, я вообще, я успеваю по сторонам посмотреть, и на панель посмотреть, блядь, и еще передернуть третьей рукой, блядь.
Вообще без проблем, блядь. Вот это вот загвоздка и мешает, что не пропустить. Только дёргать надо прессу. Так, я посмотрел, бабочки не то что приличный дамаж. Какой хер, нихуя они не дамажат в обычке. Да там паладин, у меня еще такой себе 5.9. Ну если 6.5 ходить, конечно, нихера не дамажит. Уклонение способное спарирование. Не, да там был не одетый по-моему. Я шаркарей вот, а там чуть тебе, блядь, 4 КГС, блядь. Я тебе отвечаю, 4 КГС, вот возьму пала и, блядь, я танчу тебе шаркарей. У меня злой, я забирал 10 гер, злой играл еще, блядь. Он надел 4 КГС, мы били в одного хила, я хилил Эршамом, блядь, в 10 гере, блядь. Шаришь, он надел паладином 4 КГС, блядь. Ну это жестко, прям. Ну 25 гер тоже можно там 4 КГС танчить. Протопалом там нехуй делать, там просто надо нормально станить, качать нормальные таланты. Сейчас ты умрёшь. Уже альянс повержен. Вперёд, короля лечу. Дай варам каску уже. Он бедный уже два босса пишет. Аудин, это мой сундук. На, по хантам дайте еще каску, плиз. Пор, никому не надо. 1.6 скорость, хуйня. Наручи, никому не надо, хуйня, монета. Ну надо. Кровь и гром. Кортра, выдвигайтесь. Герои, будьте начеку. Только... Это не ролит весь мусор. Ну так не все тут 6.5. Некоторые 6.6. Некоторые 6.9, блядь. Мой мальчик погиб у врат гнева. Некоторые 6.5, а ДПС 3 КГС. Это посмотри тогда, если ты спец по потом там не нормальный билд. Что-то поменять там надо. Назвали его Дранош. На орочи... Дайте на руки ханту. Ну вот это правосудие нахуй не надо. Книжникам забрать его. Какое, где? Улучшенный молот. Я пообещал его матери, когда она умирала. Праведный. Улучшенный молот. А, правосудие праведников. Я вот тоже, кстати, думал, что это никакого толку такого, ну ощущений никакого нет, не дает. Ну короче, это бесполезно, думаю. А это куда бы 2 очка кинул? Не помню, я уже что-то, блин, своего смотрю. Созвучие тоже один талант хватает с головой. Поэтому уводит все бафы проты и в хуй не стоит ДДшников. Ебаных, да. Вместо того, чтобы добрать таланты и нормально по ману не садиться. Да вы ебичный талант. Геру, давай. Нахуй вы босса дергаете? Дайте еще Геру, плиз. Чё это она? Пол рейду не дала?
слуги мои. Земля обогрится. Ну-ка дергайте босса, уебки. Танки, ты вы вот вы стоите танчите. Зачем вы бегаете взад вперед, чтобы он дергался? Ну я трэш ловлю, бью его, потом уже танчу на себя этого. Я пару миллиметров делает погоду, что ли? Ну да, ты дергиваешь. Сейчас ты на РНЖ как раз, чтобы бить себя аккуратно, блин. А ты вот этим, то, что ты отбежал, ты продернул его на себя, я уже не достаю. И это да, мне делает погоду определенно. Что это за тупость, блядь? Бот должен стоять. Да тут. Нет, какая тупость? Ну я вижу, что трэш побежал на хилок там на столе. Да. Блядь, Войд нахуй. Ты не называй эту хуйню, потому что они вот так привыкают, что ты, блядь, их выгораживаешь нахуй. И потом, блядь, спасал рейд, спасал хуйню, блядь, страдал. Не, я-то учту, я понял тебя, хорошо. Ну а потом, чтобы не это, не говорили, что там такие вот. Бот, ну, босс должен стоять статически. Запомни это. Да вы что там опять трэш согрели? Ну, цепитесь, подождать нельзя никак. Какой трэш? Ну, портал не работает. Ну, кто знает. Никто ничего не говорит. Да, пойди. Пройди через, блядь, как он, через ловушки, блядь. Димас. Вон Валька летит, сейчас будем бить. Давай, посмотрим. Шлан Гуша пишешь, я не понимаю. Так, в начале рейда говори с такой хуйтой. Я, наверное, говорил, да? Ну, с группу кто-то говорил. Короче, наручи я ему не сролил. Вы не сролили наручи я и удалы распилили. Гусенька не сролил наручи. Нет, нет, я сролил. У меня есть Шлан Гуша. Его ж ПВПшные. Каноп распылил наручи? Нет, а? Ничего не распылял, наручи у меня нет, не надо. У меня есть двое плечей и зеленая грудь, вот. Ну-ка, а наручи... А что ты говоришь, кто их распылил? Я наручи не забирал. Давай разберемся. У меня нет нового. Кто распылил наручи на хента? Шаман, который не писал на второй спек. Как ник шамана, мне скажи. Пожалуйста. Если они у него попроси, отдашь. Я же говорил, что это все решается. Слышишь, вот, этот самый, слышишь, объясни им, что если они ролят лут на свой спек, то пускай лут на распыл не ролят, блядь. Тем более не нидят. Если они ролят на свой спек, блядь. Перехотов, ты тут? Ответь мне в рейд-чат, пожалуйста. Он, если что, Рихото, я помню, Энхом шел.
И я его попросил шамана в хил аспект. И это тоже правильно я делаю. Ты в РК слышишь меня? Блин, бой весь. А, во, все нормально. Это, ты же Энхэм шел у меня, помню, солчата был. Я тебя в Савана в хила попросил спекнуться, правильно? А, это в РК. Сука, я опять ему говорю, он не в РК. Не наводи панику нахуй раньше времени, блядь. Если какой-то пидор в рейде окажется, он просто покинет этот рейд. Ой, отливай. Вы служи, выйти, вы можете. Ну. Да не, нахуй, стойте в луже. Нахуя вы его слушаете? Дохните нахуй, как нубы. Сейчас Рихато зайдет, наверное, надеюсь. Паладины, обновите свои бафы по себе. Иначе я вам сделаю рыгато. Осколки можно донатить для шема? Наверное, там цвета около 4 косарей. Шем донить. Да ебал его донить. Мне, блядь, осколки надо, у меня 60 штук. Да ну ДПС не прибавляет все равно этот шем. Я ради ачивки. Сказал Войт, у которого в двух руках по шеям, руки помой после него. Ты что, заболел что ли или что? Привет, этот хан, ой, блять, шаман, ты же Энхэм у меня плюсовал, да? Да. А, я вспомнил точно. Я тебя в шамана в хила попросил спекнуться. Да, да, да. Ты мне да. Скажи, вот эти наручи ты на Энха забрал, да? У тебя там хуже? Ну да, 247, а это 278. Если мне надо, то я ролю. Если мне не надо, то я не ролю. Все, все понятно. Просто там у нас хан запаниковал, говорит, Аршам забрал. Ну если я забрал, значит не получается. Надо, да? На маны нету, блин. Все правильно получается. Просто они не в курсе, что ты на это ролишь. Мы на группплоте идем. И если кому-то на второй спек нужна вещь, будет маны залим. Мы нажимаем кубик. Все правильно сделал.
Просто чтобы люди знали. Хожу в рейд, вот вчера шел варом ИК 25-ку на этом, на Сирусе. Тоже такой смотрю, шмот падает. Все там, на танка, на фурика, на... Я сразу думаю, что это, сука, уже мое, наверное. Ну нихуя, блядь, нихуя не унес с ИКа с этого, блядь. Просто нихуя не отошел. Так вот, что... пиздатая история, блядь. Не, ну, блядь. Не, ну я к тому, что вы когда идете в рейд, нахуй, вы не думаете, что тут все ваше, нахуй, сразу, блядь. Есть люди, которые. Так при чем тут это? Если он идет Эршамой, то пускай напишет, что ролит моим. Да, сука, я в РК посмотрю, и не будет претензий. Слышишь, я объяснил, что. Ну я понял, блядь. Я не тупой. Ну вот, я развеял ваши вот эти сомнения. Что там Трисия, куда идет? Пошел, блядь, бухать. Саня, я тоже с тобой хочу. Куда ушел? Кстати, она Снова Трисия решил забухать, блядь. Ты понял, какие ты интересные истории рассказываешь? Прости, блядь. Забухатик, запой. Мотивировал в запой пацана. Че, кто там с гильдии, если кто есть, скажите. Вот, а на Сирусе ЦВК не открыли еще? Открыли там, открыто ЦВК. Или Рубина Сатурич тоже открыт. И обычные геры все открыты, да? Не, гера закрыта еще. Личка цвка открыта. Зайдите за линию. Че ты не пьешь, ничего не ешь, учитель? Где твои штрубеля? Жри что-то, сидишь просто так. Все, пуляйте, короче. Так, скажу сразу. Когда вылезет это говно большое, не вздумайте, пожалуйста, ауешь хотя бы 2 секунды. Да забей хуй, захилят. Рост. Давайте рост. Бусинка, а чё ты в луже стоишь? Уже не было. Блядь, рядом около меня стоял. Сдох ты от лужи. Прям забавно. Дальше надо отбегать, блядь, от зелёной хуйни. Метров на 10 от границы. Ты стоишь прямо в ней. И рыгаешь, блядь. В зелёной хуйни. Хуйня такая. Я взял сдох просто. Или хилы днари. Чё виноват протопал? Липкая жижа, да. Это лужа. Хан, ты стоишь в луже, всё ясно. Подача. Вот смотри. Кто-то бежал, кто-то нет.
Давай Танго. Посмотрим на наших героев. Чайная смерть, Разер, вот этот, Эйден, Куми Хоб, ну бусинка до этого, Амнистия, Венса. Все стояли, просто смотрели в небо, пока на них летели слизи. Я думал, вы тут собрались хотя бы в обычке так узнали. Амнистия, Куми Хоб, блядь, стыд, позор, блядь. Чайная смерть, то же самое. Остальные, кто знает, что забыл сказать. Перканоп, ту-ру-ру-ру. Ну кинжал уже точно не надо, блин. Ну все, перестану. Есть и отличные новости. Вот там величайте Тандров на свой. Рай. А это запястье нужно кому-нибудь? Да. Мне нужно. Тебе на мейн? Запястье это на кого там? На Эршама, да, идет на Холипала. А ты ее нидишь, да? А Никитос, Никитос. Короче. Ну, если ну вот, передай надо, там, ну... этот божий, передай кому-то. А Никитос или кто-то. А, на мейн чайной смерти передай, написала на танк. Да я отказался. На танка? Запястье да на танк. Ты, да нет вы. Не про вас речь. Каску вместо МП5 не можно, а нужно, блядь. Коноп каски раздай. Все, кто умирали, кроме Оксаны, конечно, вы... Недостойны, да, каски? Жрите говно, блядь. Все, что я вам сказал, блядь. Давай, бах. Поржал, да. Обмен мне дай. Давай, 8 голд в обмен, 8 голд, бегом. Буду соц брать голду, блядь. Сангуша, ты где? Мапку дайте, плюс. Если в танка пельмень летит, вы не крутите босса, лучше вы хапните пельмень, чем милики. Вы должны... Для бычка. А у бычки что, не падают пельмени? Просто давно в бычке не ходил. Сегодня мы это исправим. Выключайте, блядь, ну. Да не нахуй, это пидор какой-то. Отец холодец это. Ну я и говорю пидор. Понимаешь, Маратик нормальный пост, чего-то. Нет, мне не нравится. Да блядь, ну, если тебе вообще нравятся пацаны, тогда, блядь, ну пидор не он, блядь. Ну, телка другое дело.
Просто ты так сказал, уверен, он мне не нравится. Просто если есть парень, что тебе нравится, это уже ненормально, короче, я тебе скажу, блядь. Да. Это вообще отклонение, блядь. Вот там Джонни завело, короче, в этот, блядь, ванну к пацанам. Там видел в группе фотка была, блядь. Нет, нет, блядь. Раньше. Ну, я еще раньше скидывал. Я видел фотку, где этот... За ушами флажки такие, ну. Еба. Поржал вообще. Да, когда этот Рома ее искал особенно, да? Не знаю, я скрин сделал. И со скрина, с егошнего поста, эту фотку скинул. Он писал что-то про это, про порталы, когда... Он стоял возле портала, ты подбежал, что-то там. Да нет, это наоборот, я стоял Эршаму возле портала, ну, близко к порталу. Стоял, он взял, подбежал, уёбок, к моему порталу, блядь, и туда, блядь. Меня так пригорело, пиздец, от этого. Ну он-то всё рассказал в лучшем свете для себя, да? Мне похуй его рассказ, блядь. Да сбыток остал. Пидорас ты. Кто это сделал, блядь? Я просто ваш рот ебал, блядь. В натуре жрите говно, блядь. А чё сделали? И зону заблевали, блядь. Цены повысили на штаны. Ну это БДК, вон прикалывается, блядь. Ну тогда, ну, ты понял, кто ты? Ты не БДК, ты, блядь, друг Ромы Джейми, блядь. Ну уйди, блядь. Я с флажками, блядь. Когда там сезон залил. С флажками за ушами, блядь, понял? А этот поезд тоже не идет на холик? Поезд на ДЦ. Ретрики, обновите по себе кулак. Че вы почувствуете силу моего кулака? Петанга просит, блин, бать, предлагает. Да мне похуй. Хоть ты чё? Да чего, Маратик нормальный пот, чего ты вонь, блядь? Да бля, да он в натуре нормальный пот. Он долбоёб, пускай опытится дальше. Контакт. Что такое? Что, это, что случилось, блядь, вонь? Да он любит, блядь, подоёбывать, ну блядь. Ну меня он не доёбывал никогда, блядь. Блять, 30 секунд, а пока что не слышу. 30 секунд. Ну, блядь, не радует. О, блядь, ой. Чего у тебя так пригорает? Взял замки. Да мне ничего не пригорает, кто знает, почему. Ты ничего, давай, шкаф. Просто есть нормальные люди, а есть долбоёбы, нахуй. Которые доуебываются и идут нахуй потом. Я также своей девчонке говорю, она не верит. Поняла, Марьяна? Марьяна? Нормально так. Что там пришел с вами? А вот забахайте мага. Чек на пол. Йоу.
изи. Кинь меня к другим модам. Пуляйте. Отличные новости, народ! Я усовершенствовал штамм чумы, который уничтожит весь Азерот! Надо было после плевать, что? Потому что встанет, да, он просто так стоит. Да я понял. Все в зеленом. Так, пенишку соединяем. Давай, Димас, там фото имеешь. Захипывается все сразу. Незамедленный. Харян. Красава. Я совершил. Красава. Я, блядь, косичнул нахуй. Блядь. Что это было? Что это? Что ты ПТК не дохнешь, не стрясти косаря? Ммм? Не все нормально. Какой нормальный? Да я его не замедлил, бля. Ну, вернее, что это? Не успел замедлить. Я понял, ДК сдох, босс ударил меня, и поэтому все сдохли. На мне был красный просто, я поэтому не понял, как это случилось, что мы умерли. Ты стаунтил? Да я не стаунтил, у меня, ну, таунта нету здесь сейчас. Я убрал его. Был. Ребята, мы все умерли, брат ДК еще стоял. Я последний. Я же говорю то, что я не заметил красного. Да, это, ну, это ДК, короче, сдох, значит. Сейчас скажем, блядь. Иван. Хуйня, что? Брат ДК умер последний. Ну тогда агро сорвал, блядь. Да не мог сорвать. Да по-любому не мог сорвать, блядь. Тогда как, сука, мы вайп не сбил? Тихо, нахуй, блядь, от красного мы вайп не сбил. Вы что, тупые, что ли? Бегите быстрее к боссу. Ну так вот, красный на мне был. И я был в мини-зоне, блядь. Он тебя, блядь, издали ебанул, нахуй, весь рейд заодно. Лол, блядь. Издали, ебать. Шо ты куришь, блядь? Ну, вот тебе скажи, блядь. Надо, короче, этот самый. Надо выяснить, кто виноват, и намакать лицом. Это я виноват. Меня. Я виноват. В зеленую лужу, что ли? Чё в зеленую?
Каноп, каски, блин. Ну вы заебали в натуре. Теперь карты по 100 голд после рейда в обмен, блин. Понятно? Личные новости, народ! Усовершенствован там чумы, которая уничтожит весь Азерот! Да это рефлекторный, ё-моё. Так ты смотри на босса. Вот иди его сейчас. Па, ты такой топор, это просто, ты можешь не вести, а впервые поставить колбу, тогда отвести его, блин. Ты вот этим, что ты ведешь до того, как он колбу поставил, он ставит колбу в мили-зону. Я из-за тебя словил колбу, мудила. О, как. Ты про меня что ли сказал, долбоёб? Он ошибся, слышишь? Я не ошибся. Он думал, это я так. Прекращай грести, бля, просто не могу. Все пельмени ловят жесть. Я, блядь, водил его нормально. Видите, он куда-то смотрит, блядь, вообще никуда оно.
Общинный совет. Славик, это тут тоже поезд не идет, да? Нет, конечно. Боешный. Не говорите, что это боешный. Да я так вижу, что боешный. Я АФКш на минуту. Полторы. Или минуту. Все-таки полторы. Весь спек не про товары. Блять, чё, обкурились что ли? Минус два танка. Чем могу быть полезен? Перед компом курите. Одной рукой курите, а другой играете. Танчите, чё вы стоите? Давай, врывайся. Так, контролить идут. Альтея. Так, Альтея, законтролишь квадрат. Какой-то хант можете по выбору что-то законтролить. Я звезду законтролю. Давай, Альтея, контроль.
Кольте за контрольный шквадрат. Остальные кто-то еще может что-то закомпорить. Давай, дай контроль. Запускаем сразу. Блин, бафов нет вообще. Лапука. Каску помажем. И то как Каноп, как вы меня заебали с этой каской. Сейчас это... Ну, Павел говорит, идешь всегда бафаешь че. Дайте каску помажем. Каноп, ты тут? Да-да-да! Баф не помогай каску, пожалуйста. О, правильно, вот так, молодец, я люблю уважение. Блин, я скажу тебе честно, смотри. Я вот ДК говорил, ну... Потому что... Я думал, ты что-то другое хочешь сказать, да ты вот одно да потому. Нет, тут нет. Я не для того, чтобы его оскорбили, чтобы он задумался, что так не нужно делать. А то они потом идут 25 гер, и они будут слушать это не только от меня, а еще от 10 человек, понимаешь? Вот, например, зачем... Ну, типа, понимаешь? Кинетика. Зачем бить босса, ну, типа, без хп? Тому подобное. Им, ну, им в натуре не хочешь плохого. Не хотел бы плохого, не орал бы матом. Канон просто такой человек. Вместо нормальных слов получается мат. Нормальные слова не доходят. Да, когда не доходят, уже хуесос начинаешь пидоров каких-нибудь.
А то, что вы своими шеями мне сисви расхуяли, нормально? Нет, это хуёво. Это значит, те, кто шеями хуяли на сферы, ты, значит, не пидор. Нет, 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 значит, что этот человек кинул каплю на ДК и бил себе босса, потому что это 25 обычка, и это допустимо. Здесь, ну, сильно не всекаешь. Ты... Не, на профи это хуйня. Было просто... Да все, нахуй, не спорь, сейчас 5 минут опять там. Давайте, нахуй, о другом чем-то поговорим. Шо, а там... Давай поговорим о танковании сурка. Давай. Как танковать сурка, кто знает? Он должен стоять статически, не воин? Да не, нахуй, можно его водить по кругу. Власть эта ручка здесь, это не важно. Вот, в натуре, вот ты пойдешь в рейд котом, либо варом, вот на замер ДПС, я его буду тупо водить по кругу, я тебе отвечаю, блин. Я просто скажу, что не пидор, и все. Я просто скажу, что они пидор. Не, ну если по кругу будут водить. Если динамически, ёпта. Ну меча же водят, да? Ты же за ним бегаешь. Тут ты просто этого не ожидал. Дайте МК, как всегда. Кто там? Амнистия, по-моему. Ну так-то меча тоже желательно держать почаще на месте, на первой фазе. Эй, дай катушку. Смотри, Каноп срулил катушку. Каноп, катушку. Срулил то, что, блядь, надо, блядь. На распыл? Теперь, нет, теперь открывай, смотри, кто кинул ролл выше тебя, кто, ну, после тебя второй, и отдай катушку. Надо на распыл нажимать вещи, которые, блядь, нужны при ребят. Асенсио там, по-моему. Кто-кто? Асенсио 87 кинул. Не, вот 99 катушка. Это Каноп, блять. А это Каноп. Асенсио тоже есть. Кто демон? Асенсио. Асенсио тоже есть катушка. Да. Асенсио, у тебя все нормально? Следующий Орегано. Орегано, катушка. Как дела, Зап? Как дела, Асенсио, Ты понял, Войт? Это хорошо, что я сролил, а то бы он ее заначил, кому-то своих отдал, понял? Ты понял? Я как чувствовал, что надо сролить. Видишь, Войт, на групплуте ходим, гильдия типа, да? Охуенно, чё, мне нравится. Асенсио, ты тут? Это не с гильдией, да? Давай, сейчас мы с ним разберемся. Ты с Кагномом разберись, Войт. Да, ну, да, все, так что... Стройте там с Канобом раз... Каноп сейчас спас просто рейд. От того, что забрал Солчата Мак катушку, которая у него уже есть. Мак, ты здесь? Контрольте, трэш, бейте. А? Вилми, это твой Мак, осец? Нет, 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 ты что? Блядь. Спасибо. Асенси, ты в РК, нет? Да жизнь нет, значит не надо катушка. Ладно, просто кикнем его и все. Кто следующий? Да, уже отдал. Ну, хорошо, что отдал. Там, кстати, за вот это кольцо с ребра нечего, ну, наяривать мне было. Я ну, не щелкаю еблом. Мне кажется, виноваты танки. В чем? Где? Смотри, кто лежит. Отец отцом умер. Там-то на КД меня сап дают. Какие? Прожимал. Вы, значит, скажите нахуй. Контрольте. Я не буду столько танчить трэша нахуй. Вот так и скажи.
Еще можешь прибавить в конце пидоры. Как Копар любит. Вонючие, вонючие. Так, танки в сапе пидоры. Как там Холодец сказал, написал? Или я не слышу. Ах ты петушок. И магу написал, ну кикнул, он мне пишет, за что кик. Я ему пишу, ты в РК, а тот пишет нет, я пишу плохо. И пишет дальше, так чего кик? Долбоёб. Пишу хз. Ну я хуй знает, типа. Типа я тупой, короче. А почему типа? Ты не тупой? Нет. Да тупой, тупой, мы знаем. Да, захильте. Дайте фулбафы по паладинам. Паладины по себе кулак бафните. Паладины. Давай после боя, а то сейчас брат нас дохнешь. Прибаф хватит. Сука, умер первый раз за рейд, говорит, опять сдохнешь, перебафывай. Виталик, дай. Ну, начнем ждать для бафа и типа. Мизантроп будет там кушать. Чуть-чуть отдать. Дай банку, у меня закончилось. Я тебе одну отдал. Мне одна только осталась. Ну, вернее, одну отдал тебе. Фласку на ДД. Дай тебе фласку еще, Эйдан, дай фласочку. Я должен ворваться. Смотрите, надо... просто зачитаю вам наш разговор с этим магом. Может глюк? Ну, был бы в РК, не было бы глюка. У тебя катушка есть? Так за что? Не пойму. Да. Сколько у тебя ГС? 5,7. Тебе с ЦЛК 25 оп вещи нужны? Да. Тебе вторая катушка с обычки нужна? Нет. Пишу дальше. Зачем ты ее ролил? Войт, возьми меня.